Обновление системы государственного бюджета обсуждается правительством уже 2 года. В рамках этой процедуры должны быть утверждены еще 4 значимых закона. Закон о стабилизации бюджета, приобретении на бюджетные деньги товаров и услуг, закон о бюджете, о долговом менеджменте. Из них пока утвержден только один. После завершения всех юридических процедур у каждого монгольского поселения появится реальная возможность самостоятельного развития. Если этот законопроект будет утвержден, то ни один аймак не будет отправлять в госбюджет свои средства, и их никто в центре не будет перераспределять. Поэтому получается, что каждый аймак, обеспечив своими доходами государственную деятельность на своей территории, будет иметь дополнительно от 2 до 75 миллиардов тугриков, которые он может распределять на свое усмотрение. Излишки средств от налоговых сборов, сэкономленные на расходах, средства будут централизованы в общей казне региона или провинции. Главы администрации имеют право потратить их на усмотрение Народного собрания. Оно же должно обеспечить контроль над расходами. Очень правильно, что в законе есть положение о формировании аймачной казны. Как и на что будут потрачены средства, будут решать местные власти путем совещания. Однако мы желаем, чтобы в законе были указаны все источники доходов бюджета. Это нужно для контроля над исполнительной властью. Только так регионы могут интенсивно развиваться. Между тем, переданный депутатами 4 месяца назад законопроект еще не был обсужден парламентом. А процедура, не секрет, займет много времени. В связи с этим некоторые политики высказывают сомнения, сможет ли закон успеть начать действовать в рамках полномочий нынешних глав администрации, ведь они заканчиваются уже в 2012 году. Салангос, Станислав Хазагаев, Ням Баяр, Аист, Монголия.